Президент накануне Дня независимости вручил государственные награды. Ордена и медали заслужили 33 человека – военные, медики, артисты, аграрии и спортсмены. Преподаватель по самбо Бобруйского училища Олимпийского резерва Нонна Жуковец удостоена почетного звания – заслуженный тренер Республики Беларусь. Белорусским экспортерам упростили ведение бизнеса. Указ подписал президент. Документ предполагает создание лучших условий для тех, кто поставляет свою продукцию за рубеж с привлечением транспортно-экспедиционных компаний. Они получили возможность заключать договоры без проведения тендеров. В республике появилась карта разрешенных мест для купания. Она охватывает территорию всей страны. Здесь отмечены пляжи, на которых дежурят спасатели, где обследовано и очищено дно, оборудованы кабинки для переодевания, а также есть буйки, за которые нельзя заплывать. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды. Максимальный столбик термометра поднимется до плюс 34. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый. В Бобруйск прибыл поезд Победы. В экспозиции 9 вагонов. Каждый посвящен определенному этапу Великой Отечественной. Мирные дни, стены Брестской крепости, узники концлагерей и искалеченные в боях солдаты. В прошлом году экспозицию посетили около 25 тысяч человек. В этом конечной точкой маршрута станет столица. Завершится тур в День независимости.